Анатолий с детства знал, что будет милиционером. И в 2006 году, когда после школы милиции он поступил на службу в отдел МВД России по Велиготскому району, его мечта осуществилась. В работе молодого участкового случалось всякое. Однажды 20-летнему Анатолию зимой пришлось вытаскивать из леса замерзшего охотника. В Велиготском районе, когда проходил службу, был, значит, мужчина потерялся. Было установлено, что он ушел в лес на охоту, но не вернулся. Было установлено место, изба, где он ночевал. В избе были его вещи, но его не было. Дорожка следов вела в лесной массив. По дорожке следов он был найден. Ну, упал, замерз, грубо говоря. А кто выносить будет? Вот на своих плечах и выносил его. В Кодласе Анатолий Шевелев обосновался в августе прошлого года. Молодому участковому достался один из самых отдаленных участков города – микрорайон Лиминда. Вопреки сложившемуся мнению в отношении Лиминды, там очень хорошее население. Я прекрасно находил общий язык с жителями Лиминды. В принципе, всегда сотрудничают. Что касается раскрытия преступлений и правонарушений, всегда люди идут навстречу. То есть мне население Лиминды нравится. С сентября этого года Анатолий Шевелев возглавляет подразделение участковых уполномоченных ОМВД России Котласский. В его подчинении 37 человек. Своих коллег Анатолий считает универсальными солдатами правопорядка. Ведь участковым приходится выполнять самые разные задачи. От профилактики и предупреждения правонарушений и преступлений до контроля за различными категориями граждан, проживающих на обслуживаемых территориях. Согласно статистике, именно участковые ежегодно раскрывают каждое четвертое уголовно наказуемое деяние. Так, буквально в конце сентября в поселке Приводино участковыми было раскрыто покушение на убийство. Сожители в состоянии опьянения в ходе скандала прямо в магазине, значит, мужчина нанес женщине ножевые ранения, проникающие в брюшную полость, множественные ранения. Женщина была прооперирована, доставлена вовремя, И участковым уполномоченным на участке до прибытия следственно-оперативной группы был гражданин установлен, который нанес. Мужчина дал явку с повинной, признался в суде, раскаялся. Кстати, сам Анатолий Шевелев – яркий пример самоотверженности, мужества и преданности своей профессии. В 2008 году он был признан лучшим участковым уполномоченным Архангельской области. Награжден грамотой Министерства внутренних дел Российской Федерации. Кстати, еще будучи обычным участковым на подведомственном ему участке в Лиминде, Анатолий Шевелев выявил факт незаконного культивирования мака, благодаря чему 534 куста растения, из которого добывалось наркотическое вещество морфин, были уничтожены. А в отношении 50-летнего котлашанина, который занимался противоправным деянием, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Своих подчиненных я больше всего ценю то, что они преданы своему делу. Они, невзирая ни на что, входят на службу, делают все от них зависящее для того, чтобы решить проблему населения. За это я им очень благодарен. Большое спасибо им.